«Передай добро». Акция с таким названием стартовала в декабре 2022 года в отделениях почтовой связи. К Международному дню проявления доброты, который отмечается 17 февраля, Центр почтовой связи номер 3 города Антрацит проводит акцию «Передай добро» для детей, которые лишены родительской опеки. Акция проходит в отделениях почтовой связи до 10 февраля. В рамках акции вы можете приобрести и передать для воспитанников приюта сладости, предметы личной гигиены. Краснолучане активно включились в акцию. Они приобретают в отделениях почтовой связи или приносят гостинцы, канцелярские принадлежности и оставляют их там для дальнейшей передачи детям, которые лишены родительской опеки и находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Все это будет передано с вашей частичкой тепла и доброты воспитанникам приютов 17 февраля. Также в рамках акции «Лучики добра», которая проводит наше предприятие в Луганской Народной Республике, вы можете оформить подписку в адрес приютов на детские издания. Это такие как «Санька в стране сказок», «Фабрика загадок», «Конвертенок». Сотрудники Центра почтовой связи приглашают всех неравнодушных принять участие в акциях и передать добро своим юным землякам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Новости телеканала «Луч».